Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. На страницах 71-72 мы выполним задание под номером 2. Вариант 1. Надя и Сережа придумали задание. Научись правильно рисовать условные знаки полезных ископаемых. Используй для образца рисунки задания номер 1. Один из вариантов выполни в классе, а другой дома. Итак, вариант 1. Нефть. Нефть, если вы помните, обозначается высокой трапецией черного цвета. Природный газ обозначается такой же трапецией, только белого цвета. Каменный уголь обозначается черным квадратом. Бурый уголь обозначается квадратом с полосами по диагонали. Торф обозначается тремя кирпичиками белого цвета. И железные руды обозначаются черным треугольником. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.